Вот это как может понравиться? Только от одних избавились. Еще несколько дней не прошло. Появились других. Мальчик, глисто-мальчик и глисто-девочка. Мальчик кушает хорошо. Роял, как анин, молоко они отказались есть категорически, но по-простому молоко обычное, как коровье, мальчик ест с удовольствием, девочка не ест. Да вчера дочка поехала накормить кукушку там возле зоомагазина. А за домом у них там жила, ну, кошка, видимо, с котятами. Может, это ее котята, может, это выбросили, может, там рядом мусорник. А выбрасывают как котят, щенят, как мусор. В ящик положили, все вынесли на мусорку, все. Ничего не интересует люди. Вот так. Эвтаназия нельзя, это убийство. А выбросить живых котят на смерть, на солнце или на холод, это нормально. Но так работает мозг обывателя. Его все устраивает.